Приветствую вас, уважаемые телезрители. Очередной выпуск телевизионного епархиального обозрения расскажет нам сегодня, какими важными событиями была наполнена жизнь Одесской епархии на прошедшей неделе. Праздник в честь святителя Спиридона Тримифунского отметила православная Одесса 25 декабря. Праздничную литургию в день памяти преподобного Кукши Одесского 24 декабря совершил в Свято-Успенском мужском монастыре владыка Агафангел. В актовом зале Свято-Андреевского подворья Одессы 27 декабря состоялось ежегодное епархиальное собрание духовенства. 28 декабря по благословению митрополита Агафангела Одесская епархия вновь передала гуманитарную помощь нуждающимся. В православной традиции, наряду с великим чудотворцем святителем Николаем Мирликийским, как равный ему и друг, почитается святитель Спиридон Тримифунский, еще один защитник православия на Первом Вселенском соборе. Для Одесской епархии его память также имеет особое значение, ведь в городе есть храм, освященный в честь этого великого чудотворца, где в воскресенье 25 декабря, в день его памяти, высокопреосвященнейший митрополит Агафангел возглавил божественную литургию. Подробнее в нашем следующем сюжете. Святитель IV века Спиридон Тримифунский – один из тех людей, слава которых распространяется далеко за пределы их родины, а память остается спустя тысячелетия. Так и в городе Одессе есть храм, освященный именно в честь чудотворца Спиридона. День его памяти, 25 декабря, правящий архиерей Одесской епархии митрополит Агафангел возглавил праздничную божественную литургию. Жизнь и чудеса святителя Спиридона – предмет разговоров даже малоцерковных людей. И это понятно. Человек, живший много лет назад, оставил после себя в истории неизгладимый след, что уже достойно внимания и уважения. Святой Спиридон был известен тем, что совершал многие чудеса именно для того, чтобы помочь людям, которые нуждались в его помощи. На этом основана практика молитвы ко святому Спиридону даже до сих пор, особенно при различного рода материальных затруднениях. Если у человека проблемы с жильем, или если у человека не хватает материального благополучия, не хватает средств для содержания своей семьи, он обязательно должен молиться святому Спиридону, потому что сердце этого Божиеугодника настолько отзывчиво, что он не может не помочь этому человеку обязательно. Он сделает все необходимое, чтобы проблемы этого человека решились так, как это будет особенно угодно промыслу Божию. Храм святителя Спиридона в Одессе начал свою историю с 2000 года, когда был выделен участок под его устройство. Через три года, 25 декабря, в часовне на территории строящейся церкви настоятелем была совершена первая божественная литургия, а в 2012 году высокопреосвященнейший митрополит Агафангел совершил освящение нижнего храма, где и теперь проходят богослужения. Также на праздничной божественной литургии митрополит Агафангел совершил заупокойную литию о всех погибших 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе над Черным морем. Сегодня в 27-ю неделю по Пятидесятнице, неделю правоцел, Святая Православная Церковь светлорадостно чтит память святителя Спиридона Тримифунского Чудотворца. В нашем соборном храме святителя Спиридона двойная великая радость, радуется сердце наше и ликует, и торжествует. Сегодня ведь наш храм посетил святитель наш, правящий архиерей, наш владыка, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, сослужение архиереев и также духовенства города. С главной святыней храма, иконой святителя Спиридона с острова Корфу, связана чудесная история. Однажды святыню украли злоумышленники. Позже воры решили, что образ не представляет собой ценности, попытались тщетно избавиться от него. Сперва они выбрасывали святыню в море, но она неоднократно возвращалась назад. Тогда воры бросили образ в огонь, но сгорел лишь киот, а сама икона осталась невредимой. После этого преступники осознали свое злодеяние и сами сдались правоохранительным органам. Так святитель Спиридон явил свою чудесную помощь, и сейчас святой продолжает быть совершителем многих чудес.
Он помогает не только в болезнях, в бедах, он приносит людям всяческие блага, если к нему обращаться, никому не отказывает. Сегодня мы слушали проповедь в нашем храме, очень много интересного я узнала для себя. И можно сказать, что во все времена, на протяжении уже тысячи лет, Спиридон не устает нас удивлять своими чудесами. И я надеюсь, что в сегодняшний день и, в принципе, всегда он будет приносить Одессе, нашему городу, прихожанам нашего храма только радость, счастье и исполнение всех их желаний и потребностей с тем, с чем они приходят к святителю Спиридону. Храм святителя Спиридона в Одессе – место духовного присутствия святителя. В нашем храме находится частичка мощей святителя Спиридона Тримифунского Чудотворца, а также башмачок, снят с него ноги, тоже находится в нашем храме. Также община храма постоянно участвует в паломнических поездках на остров Корфу, место хранения мощей святителя. В нашем храме как минимум два раза в год вы можете поехать в паломническую поездку, которая организовывается к мощам святителя Спиридона на остров Корфу. Каждый желающий может обратиться в наш храм и поехать к мощам святителя Спиридона, получить исполнение его прошений. Строительные работы в храме святителя продолжаются и по сей день. И молитвенный покров Тримифунского чудотворца не покидает христиан, созидающих общину во имя святителя. «24 декабря город Одесса совершает торжественное празднование памяти одного из выдающихся святых украинской земли, преподобного Кукши Одесского, прославившегося подвигом молитвы и безбоязненного исповедания имени Христова в годы гонений прошлого века. Местом подвига и последних лет жизни отца Кукши стал Одесский Свято-Успенский мужской монастырь. Именно здесь, в праздничный день 24 декабря, божественную литургию в сослужении викарных архиереев и многочисленного епархиального духовенства возглавил высокопреосвященнейший митрополит Одесский Измаильский Агафангел. Богослужение в день памяти преподобного Кукши отличается особой торжественностью, ведь этот святой почитаем не только во всей Одесской епархии, но даже далеко за ее пределами. Так святой схиигумен был восприемником при монашеском постриге покойного блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира Сабадана. В день памяти преподобного торжественная праздничная литургия была совершена в Свято-Успенском мужском монастыре, месте подвига и последних лет жизни отца Кукши. Жизнь преподобного Кукши сама по себе уже была особым подвигом, ведь он и как христианин, и как монах, и как священнослужитель нес на себе печать имени Христова, напоминание безбожному миру о существовании людей, не разделявших взглядов атеистического времени, людей, для которых нет большего счастья, чем быть с Богом. Естественно, это вызывало гонения и репрессии со стороны действующей политической системы. В этот период многим православным пришлось пострадать за открытое исповедание своей веры. Многие из них стали мучениками, как и их духовные собратья первых веков христианства. А те, которые после гонений оставались живы, получили наименование исповедников. К последним принадлежал и Кукша Одесский. Он явился в сотворение веры Господа нашего Иисуса Христа Троицы, где нас услышали утолящие архиереи. С этой верой он прошел свой земной путь. С этой верой он прошел земные страдания, ссылки. Его в полном смысле слова можно сказать, назвать не просто преподобным, но и исповедником, так как за свою жизнь он претерпел множество гонений, много ссылок. И после того, как он вернулся с ссылки опять в Киево-Печерскую обитель, он снова был сослан, но уже в другую лавру, в Почаевскую. Также святой Кукша прославился еще в одном подвиге – настоящей равноангельской жизни. Как монах, он был пламенным молитвенником и нес с собой особый духовный свет, привлекавший остальных людей. Многие люди к нему тянулись, многие его чтили как святого прозорливца, духоносца, и чудотворца и исцелителя. И тем самым его слава росла на протяжении многих лет, уже даже после жизни преподобного Кукши. За ревностное исполнение монашеских обетов преподобный Кукша получил от Бога и особые духовные дарования.
Он был тем человеком, перед которым раздвигаются границы пространства и времени и нарушается обычный ход вещей. Еще при жизни он обладал дарами чудотворения и прозорливости. Он приобрел силу духа, которая давала ему переносить скорби и испытания. Он был образцом гордости и смирения. Его кротость побуждала всегда совершать свою жизнь незаметно вдали от народа похвалы. Его смирение облекло его послушание Господу, которое он совершал с великой любовью. Святого преподобного Кукшу торжественно почитают все православные христиане Одесской епархии. За божественной литургией также молятся и воспитанники семинарии, для которых этим праздником завершается учебный период первого семестра. Праздничное богослужение по традиции завершилось молебном перед ракой с нетленными мощами преподобного, знаком присутствия вечной жизни и достижения ее святым подвижником. В конце уходящего года традиционно принято подводить итоги. Напомним, Одесская епархия является одной из крупнейших епархий Украинской Православной Церкви и объединяет православных христиан, проживающих в городе Одессе и 12 южных районах Одесской области. 27 декабря в актовом зале Свято-Андреевского подворья Одессы состоялось ежегодное епархиальное собрание духовенства, которое возглавил непосредственно правящий архиерей епархии митрополит Агафангел. На собрании были подведены итоги деятельности Одесской епархии за 2016 год. В основе церковного управления коренным принципом является соборность. Хотя полнота епархиальной церковной власти принадлежит правящему епископу, однако в управлении церковной территорией, устроении таинств и духовном пастырстве ему помогают также пресвитеры. Именно для регулирования внутренних организационных вопросов ежегодно созывается по возможности все епархиальное духовенство для совещания со своим архиереем. 27 декабря епархиальное собрание духовенства было проведено в Одесской епархии. После пения молитвы Святому Духу с приветственным словом обратился Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский. Мы можем встретиться, пообщаться и услышать все то, что совершалось в нашей митрополии в отчетном году. Господь благословил нам прожить уходящий 2016 год и потрудиться на пажите церковной. Владыка кратко рассказал о деятельности Одесской епархии, о своем архипастырском служении. Указал, что им лично было совершено за отчетный год 103 божественные литургии. Во время архипастырских визитов в районы епархии было посещено 85 храмов, совершено 11 освящений новопостроенных храмов, 3 храмовых закладки, а также освящены часовни и колокола в 7 приходах. Всего совершено 60 акафистов Пресвятой Богородицы. Также в отчетном 2016 году совершено 30 хиротоний, 12 пресвитерских и 18 диаконских. На территории епархии находится 10 монастырей, 6 мужских и 4 женских, а также 5 скитов, в том числе 4 мужских и 1 женский, в которых подвязается в общей сложности 395 монахов и монахинь. Из них 105 монашествующих в пресвитерском сане, 43 в диаконском. В женских обителях подвязается 184 монахини и инокини. Епархия административно разделена на 16 благочиний, объединяющих с собой 379 церковных приходов, на которых несут пастырское служение 442 пресвитера и 41 диакон. Подготовку священнослужителей осуществляет Одесская духовная семинария. В общей сложности образование в Одесской духовной семинарии получают 319 воспитанников, из них 163 на стационаре. Особо владыка подчеркнул в этом году благотворительную деятельность Одесской епархии.
Так, в течение 2016 года было собрано и израсходовано на оказание материальной и гуманитарной помощи денежных средств на сумму 1 миллион 43 тысячи гривен. За отчетный период на мое имя было подано 5350 прошений о помощи, которые были рассмотрены и удовлетворены по потребностям. Первоначальной задачей епархиального отдела в 2016 году явилась координация работы по социальному служению и благотворительности в благочиниях Одесской епархии, проведение общеепархиальных мероприятий по социальному служению, взаимодействие с церковными и светскими организациями, со структурами и подразделениями областью с целью осуществления благотворительности и служения церкви. По благословению владыки митрополита Агафангела отделом осуществлялось распространение целевой благотворительной помощи. Оказывалась необходимая консультативная помощь священнослужителям и мирянам при работе с различными социальными категориями граждан. В благотворительной деятельности церкви участвовала вся Одесская епархия, начиная от ее правящего архиерея митрополита Агафангела, включая все духовенство и мирян. Все общины Одесской епархии уделяли большое внимание в осуществлении на приходах дел милосердия и благотворительности, организации социальных церковных учреждений и проектов различным слоям населения, нуждающимся в материальной помощи и духовном окормлении, вовлечении в эту деятельность членов православных общин, представителей государственных и частных организаций и всех неравнодушных людей. Особый уклон был сделан на отчете социального отдела. Потому что, конечно же, тот уровень, на который вышло социальное служение церкви в нашей Одесской епархии, это беспримерный уровень в обозримом историческом периоде. Потому что раньше такого уровня социальной помощи со стороны церкви, конечно же, не было. Ну, во-первых, не было, потому что не было прецедентов самих по себе в жизни общества. Вот. А сегодняшние вызовы современности – это и неблагополучная социальная обстановка, когда очень многие люди находятся за чертой бедности. Это и масса беженцев, прибывших в наш регион, нуждающихся людей в больничных препаратах, в медицинском обслуживании. Все это многих и многих людей приводит именно в церковь, потому что, к сожалению, и это констатация факта, больше нигде они такой поддержки не получают. И вот церковь – это последняя надежда, которая и поддерживает их уже в самом крайнем их положении, все-таки не давая им скатиться в пучину отчаяния. Были озвучены все те огромные цифры, которые были собраны и денежные средства, и продукты, и вещи, собранные в храмах Одесской епархии. И в первую очередь хотелось бы поблагодарить всех вас, потому что это деятельность не только руководителя или сотрудников отдела, это работа и труд всех священнослужителей Одесской епархии. Социальная благотворительная деятельность Одесской епархии в этом году превзошла ожидания. Множество людей под церковным покровом нашли утешение в своих скорбях. Так Одесская епархия от имени всей церкви показала свое непосредственное участие в решении самых серьезных проблем общества и государства. «28 декабря, по благословению митрополита Агафангела, к празднику святого Николая и Рождества Христова, Одесская епархия вновь деятельно помогла нуждающимся. В координационном центре по оказанию гуманитарной помощи, который находится при храме в честь иконы Богородицы «Достойно есть», помощь получили более 100 человек. Это и многодетные семьи Одессы, переселенцы, инвалиды, дети с синдромом Дауна и общественные организации, помогающие нуждающимся. Напомним, что более 2 лет назад по благословению Владыки был создан епархиальный центр, который несколько раз в месяц оказывает помощь беженцам и нуждающимся одесситам. За 2016 год Одесская епархия еще более усовершенствовала работу социального отдела, обширная благотворительная деятельность которого уже известна и за пределами Украины. Подробнее далее в сюжете.
Деятельность социального отдела Одесской епархии известна не только каждому одесситу. Сегодня служение отдела подтверждает гражданскую позицию церковных людей, которые не забывают поддерживать и развивать идею добра, милосердия и гуманизма. Координационный гуманитарный центр при этом отделе оказывает помощь нуждающимся переселенцам, малоимущим, одиноким и престарелым нашим согражданам. Это стало возможным благодаря активному участию и доброте духовенства и всех приходов Одесской епархии. Церковь уже неоднократно оказывала поддержку и помощь. И сегодня вновь и вновь мы рядом с теми, кто нуждается. Кроме этого, ей была оказана помощь общественной организации «Відродження України», в которую входят люди наркозависимые, люди, которые без определенного места жительства, и их в том числе церковь порадует в праздник Рождества Христова. Лялечку, тебе к пупсика к Рождеству. Ой, спасибо вам большое. Нас зовут Арина, нам 4 годика. Мы приехали сюда, нам было 1,5 года. Ну, вот уже ходим в детский сад. Правда, болеем очень часто. Мы получили денежную помощь, теперь продукты будем получать. Так что на праздник будем с продуктами. Огромное спасибо Одесской епархии и всем людям, которые стараются, помогают. Огромное спасибо, низкий поклон. Также церковь не оставляет без внимания организаций, занимающихся реабилитацией нарко- и алкозависимых людей. Вот мы приехали сюда, попросили о помощи, и нам оказали помощь в продуктах питания. Детей у нас также много, у нас тоже как бы есть и семьи беженцев. Вот, и приходят, мы получили детские подарки к Новому году. Большую благодарность отцу Павлу Полищуку. Приносим. Он нам дал продукты питания. Вот здесь вот и макароны есть, и сладости есть. И у нас 6 реабилитационных центров, как раз всем хватит, я думаю. Здесь и мука есть. Вообще, слава Богу, большое спасибо. Помощь в виде продуктов питания, детских игрушек, различных вещей, канцелярских принадлежностей и сладких подарков к празднику Рождества Христова была оказана и благотворительным организациям. Мы сегодня получаем очередной раз такое благословение от нашего агафангела, митрополита Одесского Измаильского, вот, а также благодарны отцу Павлу. Он оказывает постоянную помощь нам. Мы приехали сегодня сюда, я так понимаю, единый центр по сбору помощи для малоимущих и разных категорий, таких, которые нуждаются сегодня. Вот, и мы получили огромную помощь, полная машина, мы сейчас еще вернемся. Да, игрушки, одежда и, конечно, самое такое, что необходимое, это продукты. Продукты питания, макароны, крупы, консервы, все, что только можно. Я же говорю, мы все упаковали, и завтра у нас будет выдача. Мы будем все выдавать, раздавать нашим многодетным, канун празднования Нового года, Рождества Христова, чтобы каждая семья ощутила помощь и поддержку нашей церкви. Мы от лица всех родителей нашей организации хотим в очередной раз поблагодарить Одесскую епархию и лично митрополита Одесского Измаильского Агафангела за то, что в такие тяжелые времена они опять нас поддерживают и помогают. И для нас поддержка Одесской епархии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата – это, пожалуй, самая значимая поддержка и помощь. Мы к концу уходящего года искренне признательны за помощь всех тех людей, которые участвуют в этом благом деле, потому что на самом деле мы только сортируем, формируем, раздаем, но собирают православные храмы нашей Одесской епархии по инициативе владыки митрополита. И это плод доброты множества людей, которые ходят в православные храмы. Это все деятельная любовь к Богу, которая выражается в милосердии к людям. Низкий поклон и всегдашняя признательность за доброту сердца тех людей, которые, видя страдания других, свое милосердное сердце делает открытым и щедрым. В течение 2016 года было собрано и израсходовано на оказание материальной и гуманитарной помощи денежных средств на сумму более 1 миллиона гривен.
За отчетный период на имя Владыки было подано 5356 прошений о помощи, которые были рассмотрены им и удовлетворены по потребности. На протяжении всего года несколько раз в месяц координационным центрам выдавалась материальная помощь, продуктовые наборы детского питания, детские одноразовые подгузники, медикаменты, медтехника. Около 5000 семей вынужденных переселенцев с востока Украины и нуждающихся одесситов получили продуктовые наборы. Было роздано более 100 тонн продуктов питания на сумму более 2 миллионов гривен, медтехники, лекарств, памперсов на сумму более 200 тысяч гривен, а также 706 человек получили материальную помощь на сумму около 900 тысяч гривен. Была также оказана материальная помощь на общую сумму более 150 тысяч гривен различным общественным организациям. На ежегодном собрании духовенства архиерей подчеркнул особое служение отдела, поблагодарил всех неравнодушных, кто помогал ближним, а также попросил всех и впредь не ослабевать в усердии, духом пламенеть, делами милосердия Господу служить. Наш следующий сюжет также о помощи. «Вся тварь стенает и мучается до ныне», — пишет апостол Павел. Животные часто мучаются по вине людей из-за их равнодушия и жестокости. Человек психически и духовно здоровый, естественно, любит создания, сотворенные Богом. Мы хотим рассказать об одном одесском приюте для бездомных животных. Ковчег находится практически на полном самообеспечении, хотя и является одним из крупнейших в Одессе. На сегодняшний день убежище для братьев наших меньших остро нуждается в помощи неравнодушных. Приют «Ковчег» появился в Одессе еще в 2001 году, благодаря Светлане Химченко, преподавателю Одесской юридической академии. До 2005 года определенного месторасположения у приюта не было, поэтому «Ковчегу» постоянно приходилось переезжать. Только в 2005 году на месте ранее известного учреждения по отлову животных «Будка» появился «Ковчег». Территория на улице Наливной, 11, остановка «Сахарный завод», по сей день является постоянным местонахождением приюта. На данный момент здесь находится около 300 собак и 60 кошек. Все животные стерилизованы. Уже много лет «Ковчег» держится на плаву за счет спонсоров и посещения неравнодушных людей. Сейчас приют переполнен. Не все собаки имеют вольеры, но тем не менее, каждое животное накормлено и находится под наблюдением. В огороженном помещении находятся коты. Собаки обычно гуляют по открытой территории. Щенки, маленькие или больные собаки находятся в специально оборудованных местах. Людмила Гавриловна, работник приюта, знает кличку и историю каждого животного «Ковчега». Попадают по-разному. Кто-то там старики умерли, допустим, осталось животное, брали в приют. Кто-то нашел покалеченного, несчастного, кто-то малышей нашел. Вот так раньше принимали. Сейчас просто некуда уже. Чтобы стать хозяином животного, нужно только желание, отмечает Людмила Гавриловна. Ему нужно прийти в приют, быть с паспортом. Мы выдаем животных по паспорту. Далеко в село мы не даем. Мы даем на такое расстояние, вот ближний пригород, что мы поедем, посмотрим, где животное, как за ним смотрят, мы за них переживаем. Все-таки, если им там дома будет плохо, в приюте они всегда накормлены и присмотрены. Люди часто отдают животных сами. Кто-то не может ухаживать, кто-то говорит, что собака много лает и не служит. Животные, которые нашли убежище в ковчеге, дружелюбные, ждут внимания. Каждый из обитателей ковчега хочет ласки и радуется посетителям. Помощь нужна любая, и физическая, и финансовая, и питание. Вот и крупы нам нужны, и сухой корм. У нас собаки кушают два раза в день. Утром у них идет каша с мясом, вечером сухой корм. Кошки три раза в день. Ну, кошки, они более такие переборчивые, там собаки, ну, проще немножко. И питание нужно всегда. Приют. Это не всегда идеальное место для обитания животных, но оно крайне необходимо, уверена сотрудник «Ковчега». Именно здесь за животными ухаживают, их любят, и именно это место пока является их домом. Хочется попросить людей, которые не любят животных, пусть их не обижают, пусть просто пройдут мимо. А люди, которые любят животных, они так и есть, и очень много, они их и кормят, и везде смотрят за ними, опекают.
Впрочем, одних усилий работников приюта мало. Помочь животным не так дорого и не так сложно. Достаточно приехать, привезти мешок крупы и старое одеяло. Также это могут быть медикаменты или игрушки. Чем больше людей узнают о ковчеге, тем больше шансов у каждого постояльца приюта получить настоящий дом и любящего хозяина. Забирая животное из приюта, вы не только находите верного друга, которому дарите шанс на счастливую жизнь, но и подаете хороший пример другим. Именно при участии неравнодушных людей проблема бездомных животных со временем может быть решена. В завершении нашей программы поздравляем вас с праздником. Желаем вам, дорогие братья и сестры, мира в семье, любви друг к другу, христианского принятия ближнего. Творческая группа телевизионного епархиального обозрения уходит на непродолжительные рождественские каникулы. Следующий выпуск нашей программы смотрите в конце января. Помощи вам Божией. До свидания.